Вчера россияне вновь вспомнили солиста «Ласкового мая». В Москве состоялась панихида спустя 40 дней со дня смерти артиста. И хотя с самого начала причиной ухода из жизни Юрия Шатунова был назван инфаркт, многие его фанаты до сих пор ищут виноватых в трагедии. Например, народ с пеной у рта на просторах социальных сетей доказывал, что кумира миллионов можно было спасти. Мол, медики действовали слишком медленно. А при госпитализации исполнителя хита «Белые розы» было потеряно 40 минут. Врачи стали обвинять в халатности, при этом родственники певца заявили, что не имеют к ним претензий и уверены, что персонал больницы сделал все, что было в его силах. После кончины Юрия Шатунова началась доследственная проверка, а также назначена судмедэкспертиза. Источник, близкий к расследованию, раскрыл настоящие причины смерти звезды. Грубо говоря, остановку сердца может вызвать, например, сильный токсин. Поэтому нужно было дождаться результатов исследований, пояснил собеседник.